Начало февраля стало знаменательным для коренных малочисленных народов севера Якутии. Президент Всероссийской ассоциации, сенатор Григорий Петрович Литков вместе с другими членами делегации посетили нашу республику. Несмотря на плотный график работы, нам удалось встретиться с Григорием Петровичем. Вы приехали через Чукотку. Конкретно на Чукотке как там живут коренные малочисленные народы севера? Да, мы были, значит, в Анадыре была встреча. Как раз в эти дни проходит ежегодное собрание оленеводов. Вот, Чукотского автономного округа, руководители, оленеводы, морзверобой. И мы тоже провели для них семинар правовой, обменялись мнениями, встречу провели. Вопрос, ответ, задание себе набрали в работу, ездили к оленеводам в стойбище. Вот, поэтому вот с целью правового семинара мы туда и ехали. Вообще, скажите, как там живут оленеводы? Ну, вы знаете, условия, они везде суровые, тяжелые. Вот, и само оленеводство тоже много сложностей, ну, как и везде. Вот, и большое стадо диких оленей, у них вот были потери нынче в поголовье. То, что вот их миграция диких оленей на это сильно повлияла, потери есть. Потом обустройство самих поселков, самих стойбищ. Но вот несколько лет уже как, может быть, там десятилетие, и особенно этот год, вот в начале года губернатор Чукотки объявил о повышении заработной платы. И сейчас средняя заработная плата на Чукотке оленевода в среднем там стоит с небольшим тысяч. Ой, это же прекрасно. Да, и это субсидированная заработная плата. Угу. Она, конечно, идет через предприятие оленеводов. И директора могут тогда, кроме реализованной продукты, получать обеспечение для оленеводов, а заработанные деньги уже запускать на производство, на организацию самого цикла оленеводческого, техника, там, угу, все, что необходимо для работы. Поэтому вот такая поддержка государственная в автономном округе есть. И я уверен, ну, это же вот не 10 лет как, а зарплату объявили нынче, но настроение оленеводов, конечно, гораздо лучше, да. Вот люди очень довольны, и это вселяет надежду на то, что оленеводство будет развиваться. Это очень отрадно. Вы были в Нижнеколымском районе, вот теперь об этом, каковы ваши впечатления? Я увидел, что автономный округ Чукотка и вот север, Нижнеколымский район Республики Саха-Якутия, это крупные промышленные центры. Это уже видно, что это, ну, с большой историей центры. Потому что Билибино, я смотрел, это развитый район, золотодобывающая компания, большая атомная станция и промышленные, очень, по-настоящему промышленные. И оленеводство там тоже развитое. И сегодня, конечно, меньшее количество людей, многие уехали. Многие производства в 90-е годы свернулись, но потенциал очень большой. Потом есть дорога до республики, до Черского, можно доехать. И сам поселок Черский тоже. Это очень огромный потенциал морского порта. Это видно. Вот. Могут заходить большие суда, причалы, складские помещения, нефтебаза есть. Вот. И есть школьные учреждения хорошие, колледж уникальный. То, что есть такие хорошие специальности и при этом промышленные. Потому что ребят могут учить на все виды техники и еще при этом профессию оленеводы давать. И кроме этого и для девочек есть разные специальности, которые сегодня как раз необходимы для, ну, для любого вида экономики. Там, перевозки, речные, морские, переработка всевозможная промышленная. Потому что все рабочие руки, они как раз могут быть, вот, обучаться в этом колледже. Ну и, конечно, уникальность в том, что аэропорт есть. Вот, мы перелетели, хорошая новая полоса. Вот, самолет современный, двухмоторный. Поэтому мне кажется, что условия жизни для поселка Черский, для населения очень неплохой. И мы проводили встречу с коренными. Значит, тоже провели семинар, обменялись мнениями. Очень такая продуктивная встреча у нас состоялась. И сами люди на жизнь жаловались. Говорили о том, что им нравится, что жить можно, что сейчас вот начнет работу логистический центр, который сегодня, вот, ну, он уже есть. Я видел теплый склад по северному завозу. Значит, доставляются продукты по новым правилам. Ну, объем надо увеличивать, да. Но я думаю, что это дело будущего. Потому что цены должно это снизить. Да, вот я как раз хотела спросите, ведь всегда же там население жаловалось на то, что цены высокие. Да.
поэтому жизнь там была. Но то, что через ТЛЦ провезли, продукты были дешевле. Не, ну, не тот объем, конечно, да, но это начало. Я уверен, что раз есть дорога, есть правила новые, есть складские помещения, торговые, и это на снижение цены повлияет очень хорошо. И еще очень хорошо то, что в большой массе это большие капитальные дома. Вот посреди Арктики наследие СССР осталось. Они видны, конечно, что надо их латать, ремонтировать, но изначально то, что благоустроенное жилье в Черском, вот, сегодня люди живут в хороших условиях, центральное все это водоснабжение, отопление, свет, и для комфорта в поселке, в принципе, все есть. Ну, это отлично. А вообще, вот Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в своей работе на что делает упор? Вот, ну, у нас направлений очень много. Мы стараемся максимально закрывать все сферы жизни. И у нас есть проекты и активные очень коренные, которые и в регионе, на федеральном уровне работают в сфере развития родных языков, сохранения, культурного наследия, работы с молодежью, со старейшинами. Работу ведем в регионах, правовые семинары. Проводим крупные очень форумы по разным направлениям. Вот в прошлом году прошел первый форум «Женщин Севера». Вообще, и от него есть реальные итоговые документы, которые сегодня уже выливаются в законопроекты, в постановления федерального уровня, постановления правительства. И, конечно, нам дает надежду того, что такие форумы они будут именно на консолидацию наших самых активных коренных. И, конечно, проводим большие выставки, ярмарки, вот как «Сокровище Севера». Участвуем во всех экономических форумах, петербургский, дальневосточный. Поэтому пытаемся все сферы наши закрывать. Ну и, конечно, главный приоритет – это правовая наша сторона. Вот и семинары проводим, выдвигаем законопроекты, участвуем в поправках законов. Вот, и доказываем на всех уровнях, что необходимо для коренных народов. Вот, пожалуйста, приведите пример законопроектов каких-то. Вот сейчас... Которые вот именно для коренных малочисленных народов Севера дадут, так сказать, импульс, что ли, вот для да. этого. Вот в течение 10 лет, я вот сам 10 лет вот, в качестве президента нашей ассоциации и нашей команды, и вот мы 10 лет работаем, есть реальные результаты. Вот, по нашей инициативе принят закон о государственном учете коренных малочисленных народов. Он принят в 2020 году. Переходный период закончился в 2022. Реестр наполняется. Люди туда идут. А для чего он сделан? После этого Минтрудом приняты поправки, значит, для пенсионного обеспечения. Сейчас, в прошлом году и полтора года назад, вышел целый ряд постановлений правительства по охотпользованию. Там снижение ставки пользования больших площадей, выдают охотничьи отметки. Для общин есть возможность получать долгосрочные договоры аренды земли для охоты. И, ну, наверное, самых долгожданных вот сейчас... Это в прошлом году мы были инициаторами закона о кочевых школах на федеральном уровне. Он принят. Да. Значит, и сейчас мы еще внесли закон о снятии заявительного принципа для обеспечения свободного рыболовства традиционного для коренных народов. Вот он сейчас находится в Госдуме. Да, это очень важный вопрос. Да, мы его ждем. Мы на него работаем. Вот прямо мы его ведем его 10 лет и больше. И сейчас он вошел в Госдуму. Все, его одобрили, и он в Госдуме будет рассматриваться в первом чтении. Для нас это просто огромное достижение, мы его все ждем. А в области языков конкретно что? Сохранение родных языков? Ну, с этим сложнее, это все-таки очень... Ну, это повседневная работа, она растянутая на десятилетия. Мы всегда, вот мы вопросы по охоте, рыбалке решим, чтобы люди были сытые, чтобы им было хорошим настроением было жить. А родными языками будем заниматься 10 лет, 50 лет, 1000 лет. Будем всегда думать об этом. И поэтому работа ведется. У нас есть такие проекты, как литературный конкурс «Голос Севера». До 500 участников ежегодно. И мы уже четвертый проводим. По объему большая очень такая, серьезная, значит, документ, книга. И в нем все участвуют авторы. И мы издали уже на русском языке вот эти литературные все произведения, проза, поэзия, на родном языке. Перевели сейчас их на английский язык, чтобы уже вложиться в десятилетие вот это международное, да,
десятилетия коренных, языков коренных народов. И кроме этого у нас такие проекты, как перевели песню «День Победы» на родные mm-hmm. языки. Вот. И, конечно, вот кроме таких вот знаковых для нас, да, этнодиктанты проводим mm-hmm. по ежегодно. Участвуем в этих вот олимпиадах и этнодиктантах в наших субъектах, когда наши коренные народы проводят. Это все наша такая работа, каждодневная, очень яркая. Ну и вот, как сказать, такая текучка тоже есть. Вот мы все время в контакте с Минобразованием, Минпросвет. Минобразование нынче вот вместе с нами, с согласованием нашей ассоциации, учредило именную стипендию. Вот, для тех, кто есть достижения в области изучения родных языков, целая система. И там вот эта стипендия в размере 10 тысяч для тех вот наших студентов, аспирантов, которые изучают и практикуют родные языки. Потом, кроме этого, конечно, мы во всех субъектах тоже участвуем по сохранению кафедр, там каких-то отделений при вузах, где изучают родные языки. Вот, это у нас на Дальнем Востоке есть, в Сибири. И мы, конечно, вот над каждым из этих вот таких проектов там находимся. Вот, были попытки сокращения их, к сожалению. Вот мы настойчиво везде обращались, сохраняли их. Вот, успехи тоже в этом есть. Ну и, наверное, самое главное, то, что мы уже учредили несколько лет назад ассоциацию учителей родных языков. Она у нас большая, такая федеральная, очень активная. Пытаемся раз в два года проводить съезды учителей наших. Я знаю, что вот недавно в декабре, молодцы, в республике создали свою ассоциацию учителей родных языков Республики Саха-Якутия. Это еще такая наша структура вот республики. Поэтому это огромная помощь для работы всем. О чем будете говорить с ректором? Конечно, о совместной работе. Есть проекты. В плане, конечно, вот сохранения родных языков, в плане проекта цифровизации наследия культуры и языков коренных народов, и участие в международных площадках, и всероссийских, всех мероприятиях, чтобы мы могли совместно работать. Одной из главных задач Григория Петровича Литкова было проведение совместного заседания с прокуратурой Российской Федерации по вопросам коренных малочисленных народов, проживающих в России. Все прокуроры Дальнего Востока приняли участие в заседании. В этой поездке и во всех проводимых мероприятиях активно участвовал заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Погодаев. Это была поездка не только в Республику Саха-Якутия, вообще это на Дальний Восток Российской Федерации. Мы вместе с Григорием Петровичем Литковым приняли участие в правовом семинаре, который традиционно проводится в разных субъектах Российской Федерации. Вот в декабре прошлого года в Якутске состоялся такой семинар, на котором обсуждались вопросы реализации прав коренных малочисленных народов Севера с участием Генеральной прокуратуры, с участием федеральных органов исполнительной власти и региональных органов власти и наших представителей коренных малочисленных народов Севера. Такой же семинар проходил вот сейчас в городе Анадыре, в Чукотском автономном округе. Мы вместе с нашими сородичами, коллегами из Чукотки там вместе собрались, тоже обсуждали те вопросы, которые волнуют именно малочисленные народы Чукотского автономного округа. Затем мы еще поехали в Билибино, Билибинский район. Там также прошли встречи с активом ассоциации, с местным населением. Вот, и оттуда на машине по Зимнику доехали до Черского. В Черском мы также посмотрели различные социальные объекты. Мы посетили Арктический колледж народов Севера нашей республики, где обучаются представители коренных малочисленных народов Севера. Ну, у нас такой легендарный колледж, 50 лет ему уже, и который по-прежнему готовит и оленеводов, и зоотехников, и других специалистов для нашего народного хозяйства. Вот очень интересный колледж, и на самом деле очень хорошее впечатление произвел колледж на Григория Петровича. Необходимо его дальнейшее развитие, поддержка, чтобы для развития вот именно Колымской группы районов, для социально-экономического потенциала дальнейшей жизни этих районов необходимо, конечно же, заниматься кадрами и подготовкой специалистов. Вот. Ну и, конечно же, мы встретились с активом ассоциации, с населением, представителями коренных малочисленных народов Севера и послушали о тех проблемных вопросов, о тех достижениях, которые есть вот в Нижнеколымском районе.
Во многом проблемы они связаны с традиционным природопользованием, это с рыболовством, с развитием оленеводства, с охотпромыслом и так далее. Поэтому в основном вопросы касались совершенствования федерального, регионального законодательства в области развития традиционных отраслей и социальных прав коренных малочисленных народов Севера. Ну и затем уже в городе Якутске состоялся круглый стол под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Викторовича Демешина. И нужно сказать, что Григорий Петрович Литков добился вот этой встречи, этого круглого стола, который готовился практически полтора года. Вот, и до этого были встречи уполномоченных по правам коренных малочисленных народов Севера с Дмитрием Викторовичем Демешиным. И на них также обсуждалась возможность проведения такого круглого стола в одном из субъектов, где мы могли бы на примере субъекта рассмотреть такие системные проблемы, вопросы, связанные с реализацией федерального законодательства по защите прав коренных малочисленных народов Севера. Здесь так получилось, что именно на территории республики Саха-Якутия были озвучены очень такие прорывные вещи, которые связаны с совершенствованием законодательства. Это касается и рыболовства. Сейчас вот обсуждается и будет рассмотрен в Госдуме законопроект федерального закона о внесении изменений, да, в закон об рыболовстве в части беззаявительного принципа при осуществлении традиционного рыболовства. Вот по охоте тоже у нас вопрос был о том, что при охоте на хищников нужно было лицензию там, в течение 3 дней отчитаться. Да? Но сегодня достигнута договоренность с Минприроды России о том, что этот срок будет в течение года. То есть это становится более удобно для наших охотников, представителей коренных малочисленных народов Севера, которые защищают и оленей, и свои хозяйства от хищников. Вот. Также говорилось о том, что на федеральном уровне будет разработан план развития оленеводства. До этого речь шла вообще о принятии национальной стратегии развития оленеводства в России, а сейчас принято решение все-таки пойти по пути разработки плана развития. И мы надеемся, что с Министерством сельского хозяйства будет поддержка, и такой план появится, и будет усилена, укреплена поддержка из федерального бюджета. Вот. Кроме этого, обсуждался и возможность федерального закона для поддержки традиционных отраслей, в том числе оленеводства. И также вопрос наделения статусом сельхозтоваропроизводителей наших родовых общин. Потому что сегодня они практически являются некоммерческими организациями. Соответственно, они не могут получать, во-первых, меры государственной поддержки, как организации, занимающиеся традиционными отраслями. Да? Ну и не могут претендовать на получение грантовой поддержки, там, которая направлена на поддержку сельхозтоваропроизводителей, и также на кредиты в банках, например, потому что как некоммерческие организации, им достаточно сложно. Вот. Если получится наделить статусом сельхозтоваропроизводителей, то, соответственно, и все меры поддержки будут получать общины, кредитные средства на пополнение оборотных средств, лизинговые какие-то механизмы и так далее. То есть будет возможность развивать эти наши родовые общины. Вот. И на круглом столе выступали в основном уполномоченные по правам коренных малочисленных народов Севера. Не только нашей республики, но и из Камчатки, Сахалинской области. И в основном уполномоченные говорили о тех обращениях граждан, когда речь идет о нарушениях прав коренных малочисленных народов Севера. Все-таки Генеральная прокуратура, она ведет надзор именно за законностью, да, и нарушение прав малочисленных народов. И здесь мы на круглом столе также рассмотрели некоторые такие резонансные дела, которые у нас в республике бывают, к сожалению, да, в части нарушений прав малочисленных народов. Ну и даны поручения прокуратуре Республики Саха-Якутия заниматься этими вопросами и выявлять вот такие нарушения и все-таки стремиться к тому, чтобы соблюдалось законодательство Российской Федерации, законодательство Республики Саха-Якутия, в том числе в части этнологической экспертизы. Да, вот у нас
В Якутии единственный регион, где есть региональный закон об этнологической экспертизе, когда промышленные компании должны проводить экспертизу своих проектов, выявлять, если негативные воздействия, то должны выплачивать компенсации и разрабатывать программу поддержки вот местных сообществ, организаций коренных малочисленных народов Севера, чтобы они могли адаптироваться к этой деятельности и в дальнейшем продолжать вести свою традиционную хозяйственную деятельность. У нас, к сожалению, есть примеры, когда многие компании не проводят этнологическую экспертизу. И, соответственно, мы вот, наше министерство, мы ведем работу с тем, чтобы все компании проходили эту экспертизу, и как бы взаимодействие между промышленными компаниями, малочисленным народом, было, строилось на цивилизованном уровне, чтобы все интересы были учтены. Конечно же, мы понимаем, что это социально-экономическое развитие нашей республики, в первую очередь экономическое развитие. Тем не менее, при этом должны соблюдаться и нормы экологического права, и природоохранного законодательства, а также законодательство в части защиты прав коренных малочисленных народов Севера. Вот поэтому мы стремимся к тому, чтобы не было на нашей территории конфликтных ситуаций. И с другой стороны, мы считаем, что и недропользователям, нашим промышленным компаниям, на самом деле так даже удобнее, когда они четко знают, что они должны сделать, и спокойно работать на тех лицензионных участках, которые предоставлены им для ведения промышленного освоения этих территорий. Вот, поэтому мы считаем, что круглый стол прошел очень плодотворно, продуктивно, и многие вопросы были озвучены, и принято решение по снятию, так скажем, вопросов, связанных с нарушениями прав малочисленных народов. Конечно же, предстоит еще очень большая работа и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Здесь нужно говорить о необходимости совершенствования законодательства в части предоставления земельных участков, например, да, нашим общинам. Сегодня, если за общинами не закреплена территория, соответственно, при промышленном развитии они также, их права также будут ущемляться, нарушаться. Поэтому здесь нужно говорить о необходимости вот изменений в части безвозмездного пользования земельными участками за общинами, да, и оформлению этих участков за хозяйствующими субъектами. Кроме этого, у нас очень много работы, связанной с развитием оленеводства. Необходимо заниматься вопросами образования наших молодых оленеводов, чтобы в наших образовательных учреждениях велась подготовка именно кадров для оленеводства. Также по статусу женщин в оленеводстве. Вот сегодня и Григорий Петрович Литков говорил о том, что ассоциация всероссийская занимается внедрением профессионального стандарта хозяйки кочевого жилья, так называется, да, ну, решили таким образом назвать, и с тем, чтобы наши женщины, они как бы восстановили свои права, как работники оленеводства, и претендовали, ну, могли получать все социальные преференции, льготы, обязательства, которые предусмотрены государством. Вот это очень тоже важная работа, потому что семейная основа, тем более, что в этом году год семьи объявлен, да, в Российской Федерации, поэтому здесь нужно, чтобы кочевая семья была полностью обеспечена, чтобы они продолжали вести кочевой образ жизни и сохраняли и традиции, и оленеводство наше, и вообще в целом традиционный образ жизни. Для этого и сейчас идут обсуждения возможностей федерального закона о статусе кочевника, то есть о государственной поддержке лиц, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Вот. Поэтому круглый стол очень плодотворно состоялся, и мы будем сейчас заниматься реализацией тех решений, которые были приняты по итогам этого круглого стола. Вот. И надеемся, что наше взаимодействие и с федеральным центром, и с ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации будет только укрепляться. Первое заседание представителей Всероссийской ассоциации и прокуратуры Российской Федерации имело поистине историческое значение. Оно внушило надежду на улучшение прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.